Сегодня у нас 21 ноября 2020 года. На улице плюс 5 градусов тепла. Мы с друзьями вышли прогуляться в парк и хочу вам показать венские домики. Ein Klo ist das. Некоторые уже украсили фасад дома, готовятся к новогодним праздникам. Традиционно для европейских стран рождественское украшение – это дерновый венок. Это еще одна традиционная декоративная деталь, ее размещают на фасаде здания или на входной двери. А сейчас я куплю глинтвейн. Это горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70-80 градусов с сахаром или медом и пряностями. Традиционно употребляется в Австрии, Германии, Швейцарии, Польше, Чехии и Эстонии на рождественских базарах и праздниках, проводящихся на открытом воздухе. Обычно для приготовления напитка используется сухое вино, крепость которого составляет от 10 до 13%. Da findest du das, warum du das machen darfst. Da ist draußen. Du musst 50 Meter weggehen, dann darfst du rein. Ich